этот вечер в спортивном комплексе «Олимпийский» необычайно людно. Сегодня здесь финальный розыгрыш призов от компании Oil Service. Акция стартовала 1 марта, и принять в ней участие мог любой клиент центра «Автомасел». Для того, чтобы стать участником розыгрыша, достаточно быть нашим клиентом при покупке от 4 литров масла, любого масла. Достаточно заполнить талон лотерейный и принять участие в регистрации, зарегистрироваться в день розыгрыша и уже, возможно, стать счастливым обладателем одного из призов. Самого удачливого ждал новенький сверкающий ВАЗ-2113. Среди призов попроще – топливные карты, телевизоры, нетбуки, видеорегистраторы и другие ценные подарки. Так что приятный сюрприз в этот вечер поджидал многих. Являюсь клиентом давно. Спасибо большое, успехов им, удачи. Спасибо за розыгрыш, очень приятно. Т-07-22-8, номер лотереи для того человека, который получает сегодня главный приз. Свою счастливую звезду, а с ней и ключи от новенького автомобиля, в этот вечер поймал оренбуржец Тимур Акбатыров. Он до последнего не верил, что именно ему среди сотен участников улыбнулась такая удача. Впрочем, очень скоро мечта стала явью, и Тимур смог сесть за руль теперь уже своей машины. Просто решил масло заменить, и предложили там розыгрыш был. Вот. Я даже не верил до последнего. Я вообще хотел выиграть там навигатор или что-нибудь такого. Поймать удачу с Oil Service может каждый. Уже зимой компания разыграет очередные призы, так что торопитесь участвовать.